Ты в Америку давно звонил? Чего? В Америку звонил давно? Куда? Эмме своей бывшей ты давно звонил в Америку? Зачем? Матери твоей дочки Тамары. Давно звонил? Давно. Сколько ей сейчас лет? 5. 5. Обалдеть. Ну что, как у них дела? Нормально. Эмкин муж, он там сейчас получил грант вроде. Не переезжает в Майами со всей своей гинекологией. Чуть ты вдруг? А вот съездить желание у тебя не возникало, нет? Ни разу? Кому это нужен? А, то есть тебе нужно какое-то персональное приглашение от 5-летнего ребенка, что ли? Получаешь визу, покупаешь билет, летишь. Или тебе вообще не интересно, как он там растет? Человек 5 лет уже. У тебя хоть фотографии-то есть? Мне не показывала никогда. Я не думал, что тебе так интересно. Представь себе, вот такие важные вещи, да, мне интересны. Твой ребенок родной, ну, конечно, мне это интересно. Живет, бог знает где, ни разу толком не видел. Началось. Ты куда? За визой. Никита, ты что, обалдел, что ли? У меня поезд через час. Ну мчи тогда на вокзал. Я тогда не знаю, что делать. Сам разбирайся. Что случилось, Сереж? Да Никита 20 тысяч просит за квартиру заплатить. Пусть мне позвонит, мы с ним разберемся. Оля, он что, маленький? Разбирайся сам. Сереж, ну даже неудобно. Я все-таки не чужой человек. Ну, слышал, что Оля сказала? Ей позвони. Все, пока. Блин. Это в поезд. Все. Я погнал. Нет, на дорожку присесть. Так, ну все. Ну, доедешь, позвони. Ага. Ну, ты же вернешься. Ну, конечно, вернусь, куда идемся-то. Все, поехал. Сереж, я тебя люблю. Ага. Тетя, это уже, знаешь, перебор. Крыша со стола. И не мяучь, ты меня отвлекаешь. Таким образом можно с уверенностью утверждать, что грамотный подход к оптимизации административных штатных единиц в отделении позволит больше... Вот он... Да сейчас. На. О, Господи, Боже, кому это все нужно? Да, ешь. Работали лучше бы 2 лишних часа, и все. Он? Ой, Господи! Неужели это кот? Отдыхайте. Пару дней понаблюдаем и будем выписывать. Здесь без изменений. Да, кстати, анализы ваши пришли. Все очень прилично, так что будем переводить вас в терапию. Спасибо, доктор. Повторная операция не понадобилась? Нет, обошлось. Константин Германович. А. Счастливее.
хорошая киса. Ой, какая хорошая. Ой. Хватит. Вот так вот. Вот так вот. Все, все, все. Переночевал и все. Константин Германович, надо же полицию сообщить. Сказать, что неизвестный очнулся. Да, конечно, надо. Мне позвонить или вы сами? Нет, я сам этим займусь. А вы проверяйте его каждые 15 минут. И сообщайте. А мне остальных больных бросить, что ли? Бросьте. Есть другие медсестры, пусть они занимаются. А вы следите за ним постоянно. Ну, не знаю. Тут нечего знать. Вы медсестра, я врач. Это назначение. Работайте. О, я почему-то так и знала, что ты здесь. Нет, 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 извини, извини. Не надо мои ключи трогать. Смотри, что ты со мной сделал. Вы все решили мне жизнь испортить? Не дам. Не надо на меня смотреть, как на монстра. Я не монстр. Входи. Нет, Кость, это ничего не значит. Вообще ничего. Он мог впасть в вегетативное состояние. Он может так еще лет 20 пролежать. Тебя очень прошу, еще раз расскажи мне, как все было на самом деле. Ой, зачем ты меня мучаешь? Я тебе уже 100 раз рассказала. Пожалуйста, расскажи. Ну, хорошо. Я была дома одна. Звонок в дверь. Я пришел проверить счетчик. Пожалуйста, проходите. Он зашел, набросился на меня, потащил в комнату. Я вспомнил. Там... там были цветы. Какие цветы? Там на столе лежали цветы. Когда я уходил, их не было. Откуда они взялись? Я не помню, какие цветы. Саша, откуда взялись цветы? Это он принес? Ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Ты понимаешь, что ты со мной делаешь? Кто этот человек, который там лежит? Пусть я его не знаю, я тебе клянусь. Отлично. Пришел, проверил счетчики, попил кофе, поставил цветы в вазу. А потом набросился. Отлично. Слышь меня? Я тебе не верю. Ты все слышишь. Посмотри на меня. Не говори никому про Костю, я прошу тебя. Все, что угодно сделаю. Только, пожалуйста, молчи. Покажи мне, что мы договорились. Немедленно покажи, иначе я тебе, сволочь, весь кислород здесь перекрою. Орешь, мальчик. Ой, Паша, ну что ж ты плачешь? Пустышечку потерял, на. Он пустышечку потерял. Тихо, тихо, тихо. Пашенька, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Жень, ну если ты видишь, что он плачет, надо просто спокойно взять его и покачать. У тебя лучше это получается. Женечка, а ты что, уходишь? Поеду к ней, надо узнать, когда ее выпишу. Понятно. Деньги нужны? Нет, спасибо, я трачу те, что ты дал. А скажи, пожалуйста, откуда у тебя деньги? Что значит откуда? Я их заработал, не украл же. Я понимаю, я просто думала, что ты... Что, что я нигде не работаю и буду жить за счет жены, что ей никто и звать меня никак? Хорошо, Жень, не бери ничего в голову, я просто так сказала. Твоему сведению, у меня есть работа, у меня есть свой бизнес, и свет клином на медицине не сошелся. Хорошо, Жень, не заводись, я просто так сказала. Я просто, Жень, я о тебе ничего не знаю. И это очень хорошо. Пока Нина в больнице, мы живем в одной квартире, я тебе даю деньги, этого достаточно. А когда Нина вернется? Тихо, 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 тихо.
Привет. Привет. Что читаем? А что? Янагихару. Ух ты. Это что-то специальное? Ну, так про жизнь. Так называется маленькая жизнь. Женька принес. Твой бывший, я смотрю, прописался здесь. По два раза на дню бывает. По-моему, это мешает тебе. Выздоравливать. Тебе твой психиатр Кольцов что сказал? Позитив, позитив, еще раз позитив. Так что книгу отставить, никаких янагихар. Спать. Спать. Сон лечит. Я попозже зайду. Потерпи, родная. Сейчас, сейчас. Сейчас приехали. Еще. Здравствуйте. Проходите. Спасибо, что вы так быстро. А что это у нас? Все, Мила. Мила, ну тихо, 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 тихо. Родовой поток еще. Вы что, врач? Вы врач? Зачем их пустил? Ну зачем? Вот, вот уже... Слушай, не видите, у нее сильное кровотечение. А в роддоме рожать слабо? Стул мне дайте. Было все хорошо, а потом кровь как хлынула. Она имеет право рожать где хочет, рядом с родными людьми. Пожалуйста. Я здесь, тихо, тихо. Все, 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 все. Мы с тобой справимся, 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 справимся. Отойдите, пожалуйста, не мешайте мне. Вы же не видите, какое у нее сильное кровотечение. Тихо, 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 родная. Ну все, 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 все. Мы справимся, справимся, я справлюсь. Да не надо вам справляться. Это опасно для жизни. 90 на 60, допрыгаешь. Нас 17-я берет. Отлично, давайте носилки ее перекладываем. В машине делаем капельницу с дициноном. Я с ней, можно поеду? Да. И я поеду, я тоже. Зачем? Зачем нам это самоповторение? Только родственники. А я кто? Я мать. А я муж. Вот именно, два дебила этой силы. Устроили здесь самодеятельность. Я же говорил, что это плохая затея. Две идиотки. Все, стоп, Раша, здесь будем. Ого, так, у нас уже головка полезла. Так, пеленки мне, так, бегом мне. Пеленки сюда. Пеленки, ну! Тихо, тихо, моя милая, сейчас, сейчас мы рожать будем, рожать. Танечка, здравствуйте. Добрый день. Вы помните, что у меня сегодня полдня семинар в главном корпусе? Но я буду смотреть телефон, так что звоните, да, если да, что. Да, вы говорили. Ирина Алексеевна? Да. А вы заболели? Нет, у меня аллергия. Не спит. Простите. Простите. Ничего. Да, простите. Когда вы перестаете анализ? На следующей неделе, в среду. Будем надеяться. Танечка, а вам кот не нужен? Кот. Хороший кот. Молодой. И ест все, что дают. Мне нет. У нас и так три кота, две собаки. Младшая сестра всех дом тащит. Вы напишите объявление. И куда я его повешу? А надо сделать. Доска объявлений на персонал. Куплю, продам, меня. Это же удобно. Слушайте, я не подумала. Это здорово. Заметно. Но кота вам точно надо пристроить в добрые руки. И побыстрее. Да. Спасибо. Ай. Похоже, да, что он в вегетативном состоянии. Еще надо будет вызвать окулиста, посмотреть глазное дно и повторить КТ и энцефалограмму. То есть вы думаете, он нас не видит? Ну, я полагаю, что не видит. И не слышит. Вы ставите кому? Ну, предположительно, мы обследуем, когда будет возможность. Ну, я как понимаю, полицию пока не вызываем. Нет, не надо. Ну, зачем? Они же знают, что у нас человек без документов. Чего их зря дергать? Он все равно ничего не скажет. Хотя надо вызвать.
Нет, знаешь что, давай мы после обеда это решим. Иван Николаевич, падение с высоты везут, вы возьмете? Ну, разумеется. Кость, ты тоже подходи, наверное, понадобится твоя помощь. Степан Житников, 19 лет. Закрытый перелом плеча, перелом левого локтя. Предположительно, ушибы внутренних органов. Упал с балкона 23 этажа. Что ж, с третьего? С 23-го. Так, в смотровую. Значит, вы молодой человек, супергерой. Ну, получается, что так. Да, я вижу. Ха, упал. Приземлился на крышу легковушки. Раз, два, три. Оп! Можно сказать, в рубашке родился. Там таких чудиков целая команда. Хотите, расскажу вам, как я летел. Танюшу Фаину позовите. Ольга Сергеевна, здрасте. Давно ждешь? Да нет. Я через 2 недели верну максимум. На работе зарплату задерживаю. Когда сможешь, тогда вернешь. Ничего страшного. Спасибо. Никита, Сережа не говорил с тобой о нас? Да не особо. А что, разводитесь? Да нет, почему? Что вы сразу? Нет. Посоветоваться хотела. Ты же его знаешь лучше, чем я. У нас сейчас такой, ну, не очень хороший период. Не из-за меня, надеюсь? Нет, из-за меня. Из-за меня. Вот он уехал, а я боюсь... Ольга Сергеевна, ну, а я чем могу помочь? Я же не в курсе ваших отношений. Он твой отец. Вы хотите знать мое мнение? Да. Я считаю, что вы с отцом друг другу не подходите. Вы делаете друг друга несчастными, так не должно быть. С мамой он был другим. Совсем другим. Простите. Зря спросили. Нет, хорошо, что сказал. Когда деньги будут нужны, ты позвони обязательно, ладно? И ужинать заезжай, потому что надо... питаться надо правильно. Ольга Сергеевна! Ой! Я зайду, когда отец вернется. Спасибо! Записывали. Так я все рассказала про операцию. Так, про... на данный момент я осложнений никаких не вижу. Все заживает в соответствии со сроками. Но впереди очень серьезный курс реабилитации. Поэтому я бы на вашем месте воздержалась от каких бы то ни было интервью. А чего сдерживаться? Мы с Юрием Михайловичем... Ой, тапочки. Мы с Юрием Михайловичем уже 3 интервью записали. И 2 скайпа с... Ой, подожди, тапочки. Скайп с Голландией и с Америкой. А я ж думала, что в этой Америке одни дебилы толстые живут, вы знаете. А нет. Здравствуйте. А нет, вы знаете, с одним доктором разговаривала. Так он такой интересный мужчина, такой приятный, такой стройный. Такой, знаете, к себе все приглашал. И в клинику. И говорил, все, говорит, оплатит мне. А там уже в Америке это его студенты меня будут изучать. Ой, Марина Владимировна, я же нигде не была, ничего не видела. А тут звездой-то стало. Да так приятно. Да делайте вы что хотите. Просто будьте осторожны. Нет уж, мне теперь нужно торопиться жить, Мариночка Владимировна. Марина Владимировна, мне пришла СМС из банка. И что? Вы мне обратно перевели деньги? Я же просил вас этого не делать. Мне эти деньги не нужны. Так это вы? Ой, какой молодой, благородный. Короче говоря, если эти гребаные деньги никому не нужны, переведите их на благотворительность. Вы ложитесь, пожалуйста. Вам сейчас капельницу поставят. Да, конечно, Маричка, подержи. Ай, ставьте. Какой благородный человек. Что
Тихо-тихо-тихо, Оленька. Ну, тихо-тихо-тихо-тихо. Паша. Да? Детскую реанимацию вызывай. Сейчас будет. Ух ты, как тут у нас все подготовлено-то. Потерпи чуть-чуть. Я тебя прошу, потерпи чуть-чуть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, Ярославская, 6, Гвоздева Ольга Андреевна. Когда начались схватки? Вчера вечером после 6. Ну что, обалдели, что же вы молчали-то? Ну, я профессиональная акушерка, я 3 года в роддоме работаю. Да не слушайте вы ее, она там и года не продержалась. Там конвейер, понимаете, там все без души. Без творчества. Доктор, я ради бога прошу вас, поехали в роддом, я заплачу. Ух, мы уже отъездились, мы рожать сейчас будем. Так, мамаша, мамаша, смотрим на меня, смотрим и начинаем рожать, да? Да, тужится. Тушься, Оленька, тушься. Еще как тушься. Давай! Сейчас. Едет реанимация. Отлично. Мамаша. Оля. Ну-ка. Оля. Мамочка, ты Оленька. Оленька, ну-ка. Она умирает. Смотри на меня. Она умирает. Заткнись, я сказала, Господи, зачем она связалась? Заткнись, жопа. Значит так. Я сейчас ребеночка потяну на себя. А как ребеночка появится, ты пуповину прямо в 2 местах за жимчиками. Оп. Сможешь? Конечно. Отлично, поехали. Готово. Есть. Почему ребенок не плачет? Заткнись. Меня зовут Лазарев Константин Германович. Да. Он сейчас находится в коме. Ему около 35 лет. Волосы темные. Рост высокий. Приезжайте, да, я буду вас ждать. Да подожди-ка, молодой благородный. Ты чего там сейчас устроил-то, а? Ничего. Я полицию вызвал. Какую полицию? Зачем? Так надо. Марина Владимировна. В смысле так надо, Кость? Кость, да Кость, подожди привет. Ты, Господи! О, гутен так, фрау Нарочинская. Мне тоже нужно. Ты на чертак шансовый, толком водишь журналист в Юр. Ну что ж, ты не понимаешь, что ли? Я пиарю за ее еще. Ну что, получается? О, не то слово, как получается. Ну, мне предложили в Бурденко очень тепленькое местечко. По деньгам в 2 раза теплее, а проблем в 2 раза меньше. Я что-то не понимаю, ты от нас уходишь? Я убегаю. Вот, видишь, волосы развиваются на ветру. Подожди. Кстати, если ты действительно не беременна... Да что ты пристал ко мне с этой беременностью, а? Я не приставал к тебе с этой беременностью. Я хотел тебе сделать очень дельное предложение. Переходи на мое место. Я обещаю замолвить за тебя словечко. Если ты будешь на моей должности, ваш мезальянс с Брагиным заиграет новыми красками. Дай 10 рублей. Что, прости? 10 рублей дай, на кофе не хватает. А. На. Спасибо. Нет, я вам не дам резать костюм, я лучше умру. Тихо. Очень может быть такое. Вас нельзя шевелить, сюда смотрите. Разрезать костюм – это единственный вариант. Нет, не вариант, он у меня и так испортился, когда упал. Неудивительно. Послушайте, Степан, вам один раз уже сегодня повезло, второго может не быть. Костюм придется разрезать. Нет, осматривайте так. Ты что, дурак, что ли? Тебе доктор говорит надо, значит надо. Я свои права знаю, я против, ясно? Так, Фейна, сейчас поедем на УЗИ. Санитаров позовите. Санитары, каталку везите. Потом сделаем рентген грудной, записывайте. Рентген грудной клетки, плеча и предплечья слева. Угу. КТ головы, кровь общую, биохимию. Да, давайте сюда, на УЗИ поедем. Это лофт, новостройки. Оттуда всю Москву видно. Мы там уже не первый раз бываем. А ты помнишь, что случилось-то? Поскользнулся или курил у окна? Да, конечно, помню. Я сам за окно вылез. Я же супергерой. Привет.
своем репертуаре. Ты меня пугаешь, меня не надо пугать. Ну что, ладно, тебе всегда нравилось. Нравилось? Ну. Ну. Ну что, как ты? Да. Когда будем выписываться? Скоро. Ой, правильно. Ага. Я уже всех перевез домой, как ты просила. Как мой прекрасный ребенок. Как Пашка. Нормально вроде там. Наташа прекрасно справляется с мальчиком. Даже удивительно, он, по-моему, ее любит. Она хорошая бабушка. Вообще хорошая женщина, Жень. Мне кажется, тебе надо. Не надо. Не надо. Как знаешь. Тебе виднее. Тебе всегда виднее. Мне кажется, надо поговорить нам. О, а вот это надо. Я боюсь. Да. Как-то не готова. Ну, как мне сейчас выводить себя из равновесия, что ли? Слушай, действительно, о чем нам разговаривать-то, а? Жень, вот об этом не могу. Вот об этом я не могу. Я жила без тебя как-то, я привыкла. Я не могу, я не хочу обратно, я в ту же реку не хочу. Я вижу, как ты хорошо жила без меня. Так хорошо, что даже жить расхотела. Не твое дело. Могу. Хорошо, не мое. Хочешь, чтобы я ушел? Хочешь, чтобы я позвал санитара? Это не я от тебя ушла. Я имею право на личную жизнь. Имеешь, имеешь. Ну что, мне уйти, позвать его? Ну не надо никого звать. Ну, просто вот, просто все меня оставьте в покое. Ну хотя бы тут. Все. Ну иди, Жень. Олечка, ну очнись, пожалуйста. Лицо нового мамина грамма. Делаю. Оля. Ёлки-палки. Оленька. Оля. Ну, Оля. Фаршировать. Что ж такое? Перепелёнки. Ну, что такое? Есть. Оля. Оля. Слава Богу. Что с ребенком? Все, все, все хорошо. Оля, все хорошо. У нас мальчик, родной. У нас мальчик, сын. Что ты, Оля? Ну что ты? Что такое? Почему он не плачет? Тихо, успокойся. Я дам это реанимация. Едет. Все хорошо. Почему? Что с ребенком? Дышит, дышит. Ну, все, видишь? Дышит. Елки зеленые, ничего не могу сделать. Бьет или яд? Слушай, нам надо в больницу отвезти ее срочно. У нас там сильно кровотечение стоять не могу. Вам надо будет дождаться детской реанимации. Остаетесь за старшего. Поезжай с ними, я останусь с ребенком. Носилки. Я не поеду. Поедешь. Нет, я без ребенка не поеду. Поедешь. Нет, нет. Поезжай, дочь. Надо, доктор, не слушайте ее, поедешь. Я без него не поеду. Оля, надо. Поезжай, Олечка, поезжай, дочка. Здравствуйте. Надо. Сюда, пожалуйста. Угу. Проходите. Одеяло. Что же вот здесь такое произошло? Да, хорошо, сейчас. Никогда себе этого не прощу. Что у вас? Ты представляешь, падение с 23-го этажа, а вот по снимкам все не так плохо. Травмы незначительные, голова в порядке. Там пару несложных переломов. А внутри? Сейчас он на УЗИ, вот там я предвижу проблему. Пойдем со мной. Нет, я сказал, нет. Иван Николаевич, я не могу сделать УЗИ. Ваш больной не дает резать костюм, а поверх латексного комбинезона, простите, не могу. Да вы знаете, сколько стоит этот костюм? Я в него 3 зарплаты вложил. Дебил. Или я сейчас режу твой уродский костюм, или ты выкатываешься отсюда с риском сдохнуть от внутреннего кровотечения. Ну, просто очень дорого стоит. В жопу пошел, дорогой!
Не дергайся. Живот порежу. Все, делайте. Надо вон там у девушки спроси. Я не пойду, я с детства у врачей боюсь. Да ладно. Ну, пусть она сама идет, а он уже за нее прыгнет. Давай, давай, иди. Скажите, Степан Житников, он ведь у вас? Это который с 25 этажа упал? Да, с 23-го. Да, у нас, но его пока осматривают. А он правда почти не пострадал? С ним все будет хорошо? Девушка, ну человек упал с 23-го этажа. Я не знаю, все ли будет с ним хорошо. Ну, он же был в сознании, когда его увозили. Вы посидите тут, подождите новостей. А можно полюбопытствовать, а что это за маскарад с утра пораньше? Это идиотизм. Здоровые дураки, вместо того, чтобы чем-то полезным заниматься, сами эти костюмы делают, переодеваются и изображают супергероев. Кто-нибудь еще из окна выпрыгнул? Да нет. Степа мой приятель. Он много раз меня звал на эти сборища, говорил, что это интересно. Ну, я пришла. Всю ночь гудели, утром проснулись, опять нарядились и собирались на какой-то фестиваль ехать, где таких дураков много. Я сказала, что не поеду. Соня сказала, что никуда не поедет. Да я понял, или сейчас, или никогда. И представляете, полез в окно. Ну, я зацепился снаружи за подоконник. Хотел на нее впечатление произвести. Я даже не сомневался, что удержусь. А потом бы еще раз для нее то же самое повторил. Даже не раздумывая. Если бы он правда меня любил, то никогда бы так не стал делать. Да я чуть не умерла от ужаса. А если бы он погиб? Даже если бы я разбился, все равно не произвел бы на нее впечатление. Я сейчас это очень хорошо понял. Погиб бы ни за что. У меня простая диагностическая лапароскопия. Может, под общим? Здрасте. Здравствуйте. Все, молчим теперь. Делался и был бы нормальным человеком, и перестал бы играть в эти свои ролевые игры, я бы, конечно... Добрый день. Здравствуйте. Мне нужен Лазарев, я из полиции. Он мне звонил по поводу вашего неизвестного пациента. Да, я сейчас вызову Лазарева. А Павлова, да, ваша завотделением, здесь? Ну, просто мы знакомы. Она, скорее всего, на семинаре в главном корпусе, никого искать. Лазарева, Лазарева. Угу. Я пока пойду в палату к пациенту. Это же можно, да? Вы меня проводите? А я позову старшую медсестру, и она вас проводит. Ждите. Фаина Игоревна, а пройдите в приемную, пожалуйста. Я полицию вызвал. Сейчас подъедет. Да-да, все правильно, все правильно. Дальше тянуть нельзя. Он в сознании. Я уверен. Саша, будет лучше, если ты мне прямо сейчас расскажешь все, как было на самом деле. Господи. Пока он не рассказал. Опять все по кругу. Костя, я тебе уже все рассказал, все как есть. Следователю, давай нашу версию. Нашли во дворе, все. Ты что-то не понимаешь, Саш? Он очнулся. Ты хочешь, чтобы он все рассказал? Костя, он на меня напал. Пытался меня изнасиловать. Но зачем ему говорить правду? Ну ты сам подумай, если из-за этой правды его могут посадить. Ну? Откуда тогда взялись эти грёбаные цветы? Хорошо. Ты ушел. Ко мне пришел мой бывший. Пригласил на свидание, подарил цветы. Это все, Костя. Это все. Все будет хорошо. Слышишь? Угу. Сейчас я вам халат принесу. Спасибо. Сходится. Вот здесь. О, здравствуйте, Ирина Алексеевна. Да? Ирина Алексеевна, да. А мы знакомы?
Никонов моя фамилия. Я был летом у вас. Помните историю со скутерами? Нет, историю со скутерами я не помню, а вас, кажется, припоминаю. Чем обязана? Не пугайтесь, это не заразно. Сегодня мне позвонил ваш врач, Лазарев. Есть такой. Он сказал, что у вас лежит пациент, которого подобрали без документов. Надо разбираться. Вы будете разбираться на таком высоком уровне. Но и тот человек, он же тоже не бомж. Нет, он не бомж. Фаин, он очнулся? А, по-моему, нет. Глаза открыл, но душа где-то далеко. Когда, вы говорите, Лазарев вам позвонил? Сегодня? Да. А когда доставили этого человека? Дней 5 назад, я точно не помню. О чем он думал, почему не позвонил раньше? Ну, разбирайтесь, он в коме. Если что, я у себя. Спасибо. Всего хорошего. Говорите, душа далеко? Да. И глаза у него пустые и страшные. Ну, что ты молчишь-то? У меня что, внематочная? Беременность 5-6 недель. Одно плодное яйцо закрепилось хорошо. Да не может быть. Я просто все жду подвоха. Там есть одна небольшая эритрохориальная гематома. Так, а гематома-то откуда? Ну, не знаю, стресс, гипертонус матки, гормональный сбой. Я тебе прописываю утрожестан. Ага. Это так, скорее, для профилактики. Ну и дюфастоном. Поддерж... Так, да. Дюфастон. Поддержим дюфастоном. Понимаешь, что первый триместр, он самый нестабильный. Я не понимаю, мне волноваться или нет? Волноваться точно не надо. Я просто Брагин еще не говорила. Теперь можно? Марина, я тебе здесь точно не советчик. Ну, давай тогда пока между нами, ладно? Угу. Конечно. У тебя самой-то все нормально? Ну, тоже между нами. Да. Все хорошо. Ну, ладно. Хорошо это хорошо. Спасибо. Не за что. Можно? Да, Алина Максимовна. Заходите. Спасибо. Как здоровье? Лучше. Хорошо. Буду выписываться, что я занимаю тут место. Ну, что значит занимайте место? Будете здесь столько, сколько нужно. Не-не-не, не надо. Я спасибо, но я к ребенку хочу. Ну, я понимаю, да. Мне уже недели нет. В общем, знаете, Нин, если я даже вот как-то косвенно виновата в том, что с вами случилось... Нет, я так не считаю. Почему? Ну, как? Многие так думают. Михалыч? Ну, да. Перестаньте. Ну, что вы его не знаете? Просто виноватых везде ищет. Ну, да не, ну... И я считаю его ни при чем. Мы же должны помогать друг другу, правда? Ну, да. Я вот что подумала. Если действительно вам лучше работать, то... Как только вы выздоровеете, почувствуете возможность такую, силы, то, пожалуйста, приходите на работу, работайте, но с одним условием – полнейшая дисциплина. Спасибо. Хорошо. Правда, спасибо, что предложили, мне это важно. Только теперь уж я подожду. Ну, мне надо как-то прийти в себя, продышаться, в общем. И понять, как жить дальше. А-а-а. Так трудно понять, как жить дальше. Что у вас с лицом? А, это, извините. Аллергия. Я... Да. Аллергия на кота. О-о-о. Или на жизнь. Вам кот не нужен? В принципе, вот только кота. Не продолжайте, я все поняла. Ну и, наверное, еще я должна вам сказать. Вы, конечно, можете моих советов не слушать. Ну, может, не надо. Хуже не будет. Но я просто уверена, что
Дима, это не тот человек, который вам нужен. Я поняла. Выздоравливайте. Пойду. Да. Реально с 23 этажа упал? Угу, говорят, что да. Надо же, никогда такого не видел. Одним переломами отделался. Да, похоже, что так. Ну что, по лапароскопии все чисто внутри. У меня вот сосед по даче. На ровном месте поскользнулся, упал, ударился головой и умер. А здесь такое. Судьба, ничего не скажешь. Так, а вот это что такое? Я так и знал, что это найдется. Это никакого отношения к падению не имеет. У него в животе огромная опухоль. Да, Тань, как раз он здесь. Вас в палате следователь ожидает. И давно так? Глаза с утра открыл, но это ничего не значит, как видите. Вижу. А где же ваш доктор Лазарев? Дойдет. А что у вас с лицом? Упали? Угу. С лестницы? Почему с лестницы? В подсобке ударилась о стеллаж. Угу. Просто все обычно говорят, что с лестницы. А что это вы имеете в виду? Нет, я ничего не имею в виду, вам виднее. Здравствуйте. А вот наш доктор Лазарев. Здравствуйте. Стало быть, это мы вас ждем, да? Ну, я пойду? Да, да. Вы, если что, обращайтесь. До свидания. До свидания. Ну, допрашивать тут, судя по всему, некого. А к вам у меня будет пару вопросов. Хорошо. А пойдемте в ординаторскую. Ну, а что, здесь нельзя? Нет. Почему? Это реанимационная палата. Ага. Понятно. Но отпечатки пальцев я могу снять? А зачем? Стульчик можно? А что думаете, вам просто так прислали полковника, а не рядового сотрудника? Мы ищем серийного насильника и убийцу. Есть ориентировка. Ваш вроде похож. Да ладно. А вы как будто обрадовались? Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. У вашего друга мама, папа где? У него нет. Его бабушка воспитывала. Умерла в прошлом году. У него никого нет. Понятно. В общем, он у нас задержится пока. Вы мне можете сказать, что с ним? Да, удивительно, но у него только два несложных перелома. Но когда я делал диагностику, обнаружил у него в желудке огромную опухоль. Рак? Ну все, приплыли. Да нет, нет. Эта опухоль может быть доброкачественная. Мы взяли биопсию. Вот пусть он у нас полежит, пока придут результаты. Но это пару дней. Я могу его проведать? Да, конечно. Его через час переведут в палату. Хорошо, я подожду. До свидания, детки. Спасибо. До свидания. Ты позвонишь иногда, окей? А вам интересно? Ну, конечно, нам интересно. И мы должны все знать. Да и костюм ему пока не нужен. Я бы забрал. Слушайте, ребят, вы вообще понимаете, что Степа мог сегодня умереть? Ну что? Сейчас ты вообще никого не удивишь. Ну? Ну, пока. Ну все, пока-пока. Давай, позвонишь. Я вам оставлю номер своего мобильного телефона. Если будут изменения в его состоянии, вы звоните. Обязательно. Спасибо. Нет, за что. Если окажется, что он серийник, то вам спасибо. Хотя, я думаю, в таком состоянии он вряд ли кого-нибудь убьет. А что у вас с рукой? Подрались? Да стенку поколотил. Ну, с девушкой поругались мы. Хотите кофе? Не откажусь. Вы руки-то берегите. Вы хирург. Ну да. А когда вообще станет понятно? Ну, он это не он. Ну, надо провести ряд следственных мероприятий. Сейчас покажем фотографию свидетеля. Если опознают, то... Да вы не волнуйтесь, я вам позвоню. А вот Александра Покровская, это наш врач. Вот мы с ней нашли мужчину этого. Здравствуйте. Добрый день. А вы, стало быть, вот подруга? Да. Ты представляешь, кого мы подобрали-то? Убийца-насильник. Его полиция разыскивает. Ну, пока это только подозрение. А вы вместе из подъезда выходили, да? Да.
Вы вышли, а он прямо вот там у подъезда и лежит. Нет, ну он не прямо, он же в стороне лежал. На газоне. За скамейкой. За. Да. Да. Угу. А что же люди все мимо проходили? Я людей не заметила. Ну, знаете, как бывает, вот, не знаю, лежит человек, замерзает. Может, он пьяный, а может, ему плохо. Точно. Все мимо идут. Да. Хорошо, что у нас есть такие сознательные граждане. Спасибо вам за кофе. Я пойду. Будем на связи. Да, да. До свидания. До свидания. Слава богу. Нет, если правда он убийца и насильник, это все меняет. Значит, была самозащита. Да вы не первая, кому я звоню. Значит, вы тоже животных не берете. Ну и что с ним делать? Его выбрасывать, что ли? Нет, я не знаю, что такое Facebook. Да. Хорошо, спасибо вам большое. Всего хорошо. Черт, что? Можно? Да, входите, Марина Владимировна, входите. Ну, вы попросили зайти. Это не проказа. Да нет, я вижу, что аллергия. А причина понятна? Скорее всего, кот. Нашла в подъезде. Не выбрасывает же такую погоду. Вам не нужен? Нет. А у Брагина что же аллергия? Я говорила, помните? Да, забыла. Кстати, как там Брагин? Я почему-то оказалась последним врагом. Ирина Алексеевна, вы его извините. Он просто за ней ночь переживает. У них же родственные отношения. Ну. Да. Передайте ему, что я Нине предложила вернуться на работу. Но она подумала и отказалась. И, на мой взгляд, правильно сделала. Сейчас решила заняться собой. Да, правильно. И, Ирина Алексеевна, я бы на вашем месте поступила бы точно так же. И тогда, и сейчас. Просто слава богу, что Брагину это даже в голову не приходит. Кстати, о месте. Я была сегодня у главного, и Шеймана у нас перекупили. Вы в курсе? Да, он мне сам утром сказал. Главный хочет, чтобы вы заняли место Шеймана. Просил с вами это обсудить. Ну, ничего себе. Себе ничего. Ну, после всего, что было. Да. Итак. Ну, давайте, Марина Владимировна, забивайте последние гвозди в крышку моего гроба. Можно? Заходи. Привет. Привет. Как дела? Даже не знаю. Жить очень хочется. Доктор сказал, что опухоли такого размера обычно доброкачественные. Ну, это еще неизвестно. А хочешь, я тебе расскажу, как это лететь с 23-го этажа? Меня тут никто не слушает. Нет, не хочу. Я хочу, чтобы ты мне сказал, как тебе было страшно, и что ты больше никогда, никогда ничего подобного делать не будешь. Иначе я прямо сейчас уйду. Страшно, Соня. Пипец, как страшно. И сейчас тоже. Себе. Фу, парадный вид. Костюм, цветы. Цветы. Я купил тебе цветы. Я думала, может, у меня уж панихид. Нет. Жива? Жива. Хромов сказал, что тебя выписывают завтра. Это правда? Ага, правда. Обещал. Правда обещал. Только сказал, надо что-то посмотреть, что-то проверить. Печень.
Печень? Так пить меньше надо. Пить? Пить. О, больше не придется. А хочется? Хочется. Ну, так, конечно, глоточек шампанского. Так вообще глоток в прошлой жизни. Ничего себе. Предусмотрел. Держи, держи. Это что, проводы? Не совсем. Нина Дмитриевна, выходи за меня замуж. Я тебе предложение делаю. Давайте я подержу. Аскеров Дима здесь работает? Да. Понятно. Ну, позовите его. А кто, простите? Я. А я его жена. Будьте любезны, позовите моего мужа.